волна, послетуровая. И мы переходим с вами к практическим занятиям. Пожалуй, мы дали вам все теоретическое знание, которое нужно для стартапа. У вас есть знания, у вас есть страсть, поэтому мы вам немножко покажем, как их совместить. Мы будем придумывать и записывать песню в несколько этапов, и так несколько раз подряд. Быть может, когда-нибудь и вы сможете принять в этом участие. Поэтому с помощью Антона и белого куска мела мы сейчас на доске с вами кратко опишем, в чем будет состоять суть. В чем будет состоять суть? Во-первых, нам нужно будет собрать песню. Это назовем скелет. Скелет демо 2. Точка. Скелет демо 2. Это когда дофигища рифов, и нужно их всех отслушать, привести к тональности, к темпу и к размерности и так далее. В общем, сделать какую-то основную тему, которую уже показывать барабанщику. И второе, мы как раз придем в соответствующую комнату к барабанщику, и будет запись барабанов. Пиши с буквы «Ф». Барабаны. В чем будет заключаться запись барабанов? Заключаться она будет в том, что мы будем в первую очередь расставлять микрофоны, рассказывать, как их правильно расставлять, варианты. Мы будем выбирать какой-то один из вариантов, вам покажем все, вы можете их варьировать. Еще, кстати, плюс заключается всего этого дела то, что мы это будем делать не на крутых студиях, в самых, что ни на есть, обычных репетиционно-базовых помещениях, на довольно бюджетные микрофоны, то есть чтобы вы могли сами это все воссоздать. И понять, что даже на самых простых какашах можно сделать что-то, если с умом подходить к вопросу. Да. Ну, здесь как бы и запись, и, соответственно, партии. А Рустам будет придумывать на ходу, мы будем его продюсировать. Я сказал Рустам неспроста. Мы еще с ним не договаривались. Че? Совмещать будем техническую и художественную сторону. Да. Прям все в общем. Все в общем, как в крутых кинофильмах. Вот, после чего с помощью усилителя кабинета и микрофонов мы сделаем запись ритм-гитары. Что же за мел такой? Усилители кабинета тоже, соответственно, в прямом смысле слова, все, что валяется на ближайших базах. Ну, конечно, это не хардки будет с 10-дюймовым динамиком. Но я точно знаю, что там есть PV5150 с кабинетом Marshall. И Ярасов наш, который стоит везде. Просто везде. Бульдозер с какими-то обычными кабинетами Лэни, что ли. И это будет интересно. У нас есть тоже неплохой набор микрофонов, мы попробуем. Значит, мы запишем это, после чего мы попробуем записать бас. Бас, кстати говоря, помимо основной линии, как обычно пишут, мы тоже попробуем снять с кабинета и тоже микрофоном тот, который, в общем-то, находится в доступе, в общем. Самый обычный. Самый обычный, да. Потом мы попробуем записать соло. Соло-гитару. Я думаю, из этого что-то может получиться. Как будет записываться соло, никто не знает, мы потом определим. Ну, скорее всего, как обычно, я скачаю с Амазона соло-партию. Я всегда так делаю. Я ведь не умею играть. Так, далее мы закончим с трекингом и перейдем к сложнейшей части. Я даже возьму для этого красный мел. Будет 6, будет сведение барабанов. Сведение барабанов. Но вот тут я хочу отметить, что скорее всего будет показан не вот прям процесс пошаговый, а скорее всего мы просто будем касаться каких-то основных моментов при сведении барабанов, потому что я свожу, как правило, не очень быстро. То есть я, например, что-то поделал, пошел попил чай, все переделал, пошел еще попил чай. Это достаточно бесконечный процесс, поэтому мы будем останавливаться только на самых основных ключевых моментах.
Так, и потом мы займемся гитарами. Мы попробуем их сделать развод, свод, эквализация, прочая бурда. Поймем, какую же роль они играют в миксе и так далее. И... Только, правда, перед этим мы вначале бас сделаем. Ну, все гитары. Ну, да, да. Ну, да. В общем, попробуем. И потом мы как бы сверху положим соло и общую картину песни уже подрисуем. Последние штрихи. И у нас получится так называемый, страшным словом, премастер. И длинным синим мелом, замечу, он абсолютно новый, потому что мы никогда этого не делали, мы попытаемся в домашних, абсолютно упырчатых условиях сделать мастеринг. Ну да. Я, конечно, всегда стараюсь не заходить так далеко и не называть домашний мастеринг мастерингом, но в данном случае это как бы подобие, некое жалкое подобие мастеринга на дому. Это не последняя наша песня. Я думаю, мы будем продолжать много делать одну за одной, потому что это интересно и вам, и нам. И, может быть, какой-нибудь мы замутим краудфандинг с вами на 200 человек, что нас смотрит. И соберем 9,5 тысяч рублей, отправим моему мастеринг-инженеру, который сделает все по фирме, и сравним, что можно сделать в советских условиях и что можно сделать в настоящей студии. А еще можно после всего этого взять этот мастеринг с крутой студии и попытаться дотянуть домашний до фирмового звучания. Если, конечно, будет разница действительно существенной. Вот что-то в этом роде. Страшно? На процессе 678 на самом деле самый страшный момент. Да там что? Позвоним в Бангладеш, закажем. Вот песню скачать. Это, конечно, непросто. В общем, пожелаем нам удачи, всем спасибо, мы начнем с придумывания и отбора материала. Я надеюсь, это будет безумно интересно.